А кто на них диагноз? Какой там стоит? Ну да, лучше сделать. Подкашливать должно лучше сделать. А когда будет готово приходить повторно, платить? Опять же, вот ты сейчас звонишь, как будто тебе сейчас куда-то сдавать. Тебе же не сейчас это сдавать. Ну, значит, там посетная эозинофила, ты сказала, да? Эозинофила отвечает за аллергию. А второе, на посетных игроков, он чувствует к антибиотикам, правильно? Опять же, ты же это сдашь, я могу показать нашим людям, чтобы не ходить туда. И это... Банализа. Понятно. Хорошо, что заново нельзя. А? Лучше сдать, чтобы не думать. Вот это надо. А в остальных местах все было нормально? Прости, перезвоню, отец звонит. Поедешь на дачу? Обязательно? Да нет, просто это когда погода не жаркая, если бы будет опять с вечером. Ну как туда поливать, с этим силы поливаю цветы, желтые, и новые тоже не цветы. Смотрите, я сегодня звонила на базу, ставите вытирать. То, что база на Астраханском шоссе 109-33 и вот только этот переулок, как-то вот одно и то же. Там 6 телефонов, я это нашла. Так на итоге сказали, если заказать на сайт, то будет дешевле. Это все это сказано. Это один только хозяин. Одна и та же сфера. Цена одна и та же, слышишь? Дом расскажу, в транспорте я домой. Да. Кого тебе осталось пройти? Еще долго вам там что? Ясно. Но остальное все нормально, кроме Лерик. Ты рассказала. Конечно, все уже подойдет. Конечно. Сдавай сейчас, давай пока. Да, это не влияет вообще. Да.